Очень интересное местечко мы обнаружили. Ну, скажем так, что тут очень тесно. Глянь, вот он. Да, храм. Храм нашли. Сейчас покажу, как здесь у нас узко. А тут человеческий. Человеческий, точно. Сказать, что очковый, это ничего не сказать. Так, я уже не помещаюсь. Добрый день, друзья. Меня зовут Павел. Сегодня мы с моим другом Алексеем будем спускаться в Сьянские каменоломни. Вот мы подошли к месту. Ну, вперед! Так, дорогие друзья, вот только что слез по этой лестнице. Алексей, продвигайтесь, пожалуйста. У данного места есть негласное правило. При входе лежит журнал, в который должен записаться каждый входящий, указав свое имя, число и время прибытия. Это сделано для того, чтобы в случае непредвиденной ситуации спасатели могли понимать, кто, когда и во сколько залазил сюда. Книга. Записи. Надо записаться. При входе мы обнаружили книгу записи. Так, Алексей, записываю наши имена. Так, давай, слушай. Что-то это. Павел, Алексей. Рисую яму и стрелочку в нее. Когда будем выходить, напишем время и когда вышли. Хорошо. Как прохождение? Фух, хорошо. Прямо, да? Ну, расстояние метр. А здесь расстояние 2,5. Хорошая йога. Рисуночки. Очень интересное местечко мы обнаружили. Что, вот это? Отель? Да, тут упалось. Ничего себе. Тут даже зеркало. Обалдеть. Лампа Аладдина. Слушай, может джина вызовем? Вот, да, нам его и не хватает сейчас. Так, не понял. Стол. Подсвечники. Все как положено. Даже вешалка есть. Отель Питон Хаус. Там есть туда дальше ход? Да. Есть. Такой большой. Большой. Угу. Нам не туда. Судя по карте, нам вон туда. Давайте проверим, прежде чем туда лезть, что там. Ну, скажем так, что тут очень тесно. Да, проход есть. Но тут
сантиметров 30, наверное. Ну, попробуем. Только я думаю, надо ногами вперед лезть. Ногами вперед. Отлично. Слушай, в машине на коленнике были. Все-таки надо выходить. Не думаю, что. Палас притащил. А? Да вон палас, бочка. Я бы оттуда не все это брали. Давай камер. Зрители должны это увидеть первым. Так она сейчас выключена, что ли? Нет. Включи. Работает. Фух. Я пролез. Давай ты следующий. Давай мне. Рюкзаки. Первая преграда пройдена. Наберешь? Позвони домой. Скажешь, что все нормально. Прикинь, сейчас гудок раздастся. Я огородами сразу. Гудит. Гудит? Да. Ну, набирай. Глянь, прям можно поспать. Поролон. Давай зайдем сюда. Вот это баронство. Глянь, тут такое ощущение, что тут люди реально спят. Интересные фотографии. Очень старые. Прям все уютненько обустраивается. Лех, я обнаружил такой вот знак. Может быть, не стоит дальше идти? Радиоактивная опасность. А. Ну ладно, мы через раз дышать будем. О, чайник. 17. Отдел 17. Есть такой. Есть такой? Да. Значит, мы на правильном пути. Глянь, вот он. Нет. Да, храм. Храм нашли. Он... Да нет, Паш, ты что? Он не отмечен специально на карте, чтобы его... вандалы не разносили. Посмотри. Если на карте, то его очень далеко. Нет, все, это он. Серьезно, что ли? Серьезно. Посмотри. Посмотри. Чьи-то образы. Сколько иконок. Как разрисовано. И вот свечки можно ставить. Вот подсвечники. Ну что, я свечки взял. Подожди, стой. Сейчас придумаю. Завтра у мамки годовщина. Я думаю, редко кто ставят свечки в таких местах. Вот, но так получилось, что мы нашли это место, хотя на карте оно не указано. Поставлю свечку за покой. Сейчас освещение только от свечек. Thank you.
Таверна «Три поросенка». Вот такие вот замечательные поросята. Вот здесь. А вот прям выбито. О! А вот. Тут, в общем, целая гостиница. Слева у нас спальные места. Все обустроено. Даже вещи запасные, если кому надо. А здесь можно посидеть, отдохнуть. Смотри, флаг он висит. Советский СССР. Да. Сейчас покажу, как здесь у нас узко или не узко. Главное вот здесь пролезть. Да, все нормально. Так, подержи. Главное, чтобы тут камушек не сдвинулся. Ты старайся верхний камушек меньше задевать. Слушай, ну все-таки как бы помогли бы наколенники. Сейчас погоди, поставлю его куда-нибудь. Скажи, откуда вылезли? Штреки. А камень? А камень на камне висит. Вот. Вау. Ай. Аккуратно тут головой ничего не задень. На соплях все держится. Ой. Тут небольшая выемка. Да, поставить, выпрямиться. Надо худеть. Чтобы люди понимали, во мне 100 килограмм веса. И рост 1,87 м. А здесь расстояние 1 метр от пола до потолка. 23 марта 1970 год. Ого! Это когда ей, по-моему, распечатали. Что-то висело, забиты анкера. Чтобы их забить, надо было сверлить. То есть спускались с какой-то дрелью ручной. Да и выбить даже лицо это. Видно? Видно. Сперли с маршрутки с какой-то. А? Куда? Туда. Вот назад вернусь. Точно. Стена, смотри, укреплена пеной монтажной. Не-не-не, если ты говоришь туда, давай туда. Но здесь тоже как-то. Да? Угу. Слушай. Давай, подержи рюкзак, я гляну, что там дальше. Ну, норм, пролезем. Так. Давай мне рюкзак. Нормально. Прошел? А? Прошел. Ну, куда я денусь? Ой, бери, а. Ну, что по одному надо.
Да. А, вот он лифт. Это лифт? Да, есть лифт. Правильно? Идем. Посовещавшись с Алексеем, мы решили пойти на Казантип. Представляешь, вот эти своды держатся на этих камушках. Запененных. Доводились. Люксор. Вот, мы сейчас на Люксоре. Здесь алтарь есть даже. Твори добро. Тут. Почта, кстати, есть. Если надо что-то отправить, можешь положить. Я не пойму, где мы есть. А вон труба какая-то. Глянь. Есть труба? Да. Написано труба? Ну, как ты думаешь, это написано или она есть? Видимо, местные жители бурили воду, и вот она проходит. О! О, нифига себе, вода! Представляешь? Собирает, это видишь, натянули, как мы под Похрой. Я вижу. Слышь, надо валить отсюда, и вон еще одна труба. Ну это вон наклонил и сразу набрал себе бутылек. Ого, это тупик. Да, горит. Представляете, друзья? Заботиться. Обалдеть. Давайте выключим его. Блять, тут даже несколько режимов у него. Тут спалка прям такая уютная. Бункер, бункер написано. Бункер? Да. Вот. Пришли к детям. И тут вот вдалеке очень эпичные качельки. Антуражные, я бы сказал. И все время тишина, тишина сопровождает. Thank you.
Забить. Это с чем сюда надо было подняться? Не знаю. Молотком не заколотишь мне. Качели добрые. Ну, просто снимай. Ну, хорошо. Да больше не, качайся, что-то. Не, понятно. Не, что-то больше не хочется. Страшно. Неизвестно, на какой мы глубине. И как они эти анкера туда закручивали. Покидаем мы качельки. Идем к остановке первого вагона. А, это я уже видел. На сайте. Все, вот она. Остановка первого вагона. Все. Привал. Покидаем мы остановку первого вагона, не дождавшись никаких вагонов. Идем к Аристарху. А вот железные ворота. Автоматические ворота даже. Я пердолю. Вот это как оно сюда все попало? Я в шоке. Сталь. Ты гляди, какая она толстая. На такую глубину. Да, так поворачиваешь из-за поворота и ноги. Я думал, стоячий должен быть. Аристарх. Хранитель данного места. Сами человеческий череп настоящий. Свиной. Да, сейчас свиной, тут череп. По традиции здесь нужно оставлять какую-нибудь полезную штучку, чтобы задобрить Аристарха. А я вообще пустой. Я сейчас что-нибудь найду. Из нужного. Вот есть такие вот затяжечки разноцветные, красивые, вдруг путникам пригодятся. Там что? Ну, палка. Привет. А тут? Человеческий. Человеческий, да. Точно. Слушай, положили человеческий, значит. Тут обалдеть. Нет. Человеческий череп. Как-то не по себе сразу стало. А вот и щука. Вот и щука. Блин. Ну, сказать, что очково, это ничего не сказать.
ребят. Это вообще очень страшно. Ребят, так как я тучный чувак, 100 килограмм, очень тяжко тут лезть. Если вдыхаю полной грудью, просто в распорку становлюсь между полом и потолком. Отдохнуть, фух. Привести дух, успокоиться. Чтобы я тут поместился. Будет обидно, если на самом выходе я не помещусь. Так, я уже не помещаюсь. Либо пробовать на выдохе проползти вот эти все полметра, я не могу не поместиться. Так, выдыхаем. Я это сделал. Если кому-то интересно, пролезет ли человек ростом 187 сантиметров и весом 100 килограмм, пролезет. Сантиметров
25, наверное. А вот он, водопад. Нашел. Гля, какая чистая. Прям чистейшая вода. Там даже ковшик есть. Не хочешь попробовать? Написано, питьевая вода, видишь? Мы тут написали бензин, тоже с канистры пришел. Ну тут труба есть. Да нет. Смотри, какое тут окошко выложено. Ага, раздача. Раздача питьевой воды. Что это такое? Раритетная штуковина. Лёх, посмотри, что это такое. Очень такая машинка печатная. Старая. Да ну какая печатная? Это печатная машинка. Посмотри, там какие-то нули вон. Как будто какая-то машина шифрования. Тяжелая. Дырки все хана. Аккуратнее, Лёха. Заебись. Ага. Аккуратнее. Дороги, блядь, по МКАДу и домой. Какие плиты, бля. Обалдеть. Видишь, как они отваливаются? Нет, я просто хочу показать. Вот, смотри, одна висит слоями, не чихай. Ты видишь, они слоями как отваливаются? Вижу. Отслаивается и падает, все пошло. Да, веселуха. Очень долго ищем выход, не можем найти, плутать. Судя по стрелочкам, идти сюда. О, Лёха, все. Неужели? Узнаешь эти столбы? Все, столбики. Че? Да, что-то я вот не помню, что мы прям вот так по-жесткому залазили. Ну, давай посмотрю, чего что-то осталось-то. Ну, наверное, выход, Лёх.
Привет, система. Просто когда ударяешься головой, надо говорить «Привет, система». Пару раз ударился. Смотри, тут скользко, мокрые камни. Фух. Все, ребятки. Выходим. Давай себе. 20, 50, 3. Может, оставите карту тут тогда? Да, оставляй карту. Может, кому пригодится. Все, оставляем следующую. Лазим. Все, друзья, вышли. Будет видно? Да, пар. Обалдеть. Выбрались. Отдохнули. На воздух отдохнули. Ну, хоть отдохнули, да? Седины добавилось, наверное, еще килограмма два. Ну что, идет? Ну, больше от выдыхаемого воздуха. Да? Шапка, смотри, какая. Да не, не он, бита. Ты видишь, в ине? В ине или вода, непонятно, что это. Да это пот, наверное. Вот. Ну, все.